Сигнальщики ночью не работают. Лучше вернусь днем. Ну и как ты это объяснишь? Неважно, льет или солнце печет всю неделю, а тут всегда грязи по щиколотку. А я тут при чем? Погоды у нас в Баклере такие. Я тебе дам погоды. Это ты каждое утро помои выливаешь. Здесь и перед нашей мастерской. А люди себе обувку пачкают и к тебе чиститься приходят. Любезный, это ж заговор какой-то получается. Сейчас я тебе жопу ремнем заговорю. А ну пойди сюда. Оставьте его. А ты кто такой? Ведьмак. И идите-ка вы, откуда пришли. Я думал, ведьмаки от чудовищ защищают, а не пройдох охраняют. Мне с ним поговорить надо. Болтай сколько хочешь. Только сперва мы с него шкуру спустим. Отвали! Так не пойдет. Тогда милости просим. Можем и тебе по случаю люлей выписать. Ну давай! Ноги тебе переломаем, приблуда. Будешь отходи, знать, отходи! Как пройдохам помогать. Я слева зайду. Эй, сукина сына! Задели меня черепахова! Что это значит? Что тут за драка? Кто зачинщик? Я выслеживаю бестию по поручению княгини. А, да. Что-то слышал такое. А эти здесь кто такие? Ничего особенного, так? Недоразумение. Мы уже разобрались. Понимаю. Протеже княгини мы трогать не станем, а вот этих... С ними другое дело. Пойдете с нами. Посидите в камере, в другой раз чудить расхочется. Идем. А вы, однако, умеете махать лапами. Работу часом не ищете? У нас был бы хороший дуэт. Да? Как ты себе это представляешь? Да преотличнейше. Я бы своим делом занимался, а вы стояли бы на страже. Ну и потом, вы сильнее меня, так что с утра носили бы помои, помогали бы грязь развозить. Значит, правы были мужики, которые хотели тебе люлей прописать? Жить-то как-то надо. Ну, так что, по рукам, уважаемый? Я подумаю. Интересует меня один человек. Сейчас, сейчас. До разговоров милости просим на креслице. У меня чистая обувь. В этом городе ни у кого нет чистой обуви. Разве что кто-то только что вышел от меня. Прошу. Ну... То о каком вы хотели спросить? Об одном твоем клиенте. Высокий, в хорошем черном сюртуке. Не местный. Чужеземец? Что-то припоминаю. Скромная сумма могла бы освежить мне память. Сколько?
Ну, скажем, 500 крон. Чего? Да ты с ума сошел? На что тебе столько денег? Да я вот дело хочу расширить. Понимаете? Будку хочу с большой вывеской. И новый ящик, ваксу, щетки. А если денег хватит, еще в прачечную вложусь. Тогда за грязную воду платить не придется. Я вижу, ты уже все спланировал. А как же? Теперь осталось только денег найти. Ну хорошо, может, как-нибудь договоримся. За такую цену? Да я и рта не открою. Ну, почти. Но я прям не знаю. Вот видишь, я знал, что мы договоримся. Будь покоен, настолько я согласен. Премного благодарен, я этого не забуду. Ну, давайте к делу. Дядьку, которого вы ищете, я знаю. А вот как зовут, нет. Но он раз в пару дней заходит. Он всегда добрый, платит больше нужного. Знаешь, где его найти? Нет, но вы погуляйте тут, вдруг он появится. У меня нет на это времени. Ты точно не знаешь, где его искать? Может, помнишь, откуда он приходит? Я когда обувку чищу, по сторонам не пялюсь. Кто куда идет, не смотрю. Я смотрю, у вас дела не очень. А вот и ты. Тебе лучше? Да, благодарю. Воздух местных некрополей для меня крайне благоприятен. Теперь позволь, я задам правильный вопрос. Видишь эту бутылочку, мальчик? Стоит добавить одну каплю в ваксу, и даже самый грязный башмак будет сиять, как купол собора Святого Лебеды. С ней ты без труда будешь чистить в 3 раза больше башмаков и получать больше денег. Она твоя, если скажешь, где живет человек, которого мы ищем. А вы ему ничего плохого не сделаете? Он, может, странный немного, но добрый. Нет же, это наш приятель. Но у нас с ним вышла размолвка, и мы хотели бы с ним поговорить. Я ему ботинки оставляю у одного дома в порту. У такого, с красной дверью. Но не знаю, там он живет или нет. Проверим. Может, найдем что-нибудь. Так, может, прежде чем вы пойдете, я позабочусь о ваших ножках? При всем уважении, обувка у вас могла быть и почище. Спасибо. В другой раз. Ты неплохо справился с этим малым. С детьми главное найти правильный подход. Ну-ну, скорее уж подобрать правильную взятку. О, мы его нищие. Красная дверь. Это о ней говорил Чистыч. Потом поговорим. Сперва найдем этого. Даже не шелохнулась. Придется выломать. Умоляю, прояви немного такта. С тем же успехом ты мог бы стоять на улице, лупить в бубен и кричать: «Дэтлов, я иду за тобой». И что ты предлагаешь? Дай мне минуту. Уловка. Ты не думал стать взломщиком с такими-то способностями? Я подумывал об этом, но решил, что это очень уж скучно. Пойдем.
Он здесь? Ты чувствуешь его? Нет, его нет. Но он точно здесь был, запах все еще силен. Давай осмотримся. Старая игрушка никому уже не пригодится. Жаль, кто-то и раньше радовался. Пойдем на чердак. Эту игрушку недавно чинили. Нет следов на пыли. Эту игрушку положили здесь недавно. Забавная безделушка. Значит, это его гнездышко. Нужно осмотреться. Детлов Вандер Эретайн, ты не знаешь нас, но мы знаем тебя. Мы знаем, что ты вампир. Нам известно о твоей слабости к женщине по имени Реновет. Мы заточим ее в подземелье, кишащем крысами. Мы сдерем с нее кожу. Или ты можешь ее спасти. Для этого отправляйся в Баклер и определенным образом убей 5 человек. На каждое убийство у тебя есть 3 дня. Если не успеешь, вместо следующего письма получишь палец своей возлюбленной. Видишь? Это лучшее доказательство того, что Детлов убивает не по собственной воле. Есть мысли, кто это может быть? У Детлофа есть враги? У Детлофа бывают враги, но они долго не живут. Может, кто-то сумел сбежать? Возможно, но я ни о ком таком не знаю. И если такой существует, он чрезвычайно опасен. Впрочем, сам знаешь, ты же сражался с Детлофом. Думаю, это кто-то новый. Кто такая Реновет? Его давняя любовь. Единственная людская женщина, с которой он был близок. Она приняла его, и благодаря ей он нашел свое место в этом неприветливом для нас мире. Это она начала дело, которое я стараюсь продолжать. Ты встречался с ней? К сожалению, не имел чести. Она ушла от него до того, как Детлов меня спас. Хотя он всегда утверждал, что она пропала. Как я понимаю, ты в это не веришь. Я разбираюсь в людях несколько лучше. Умею распознавать цинизм и фальшь. Я знаю, что она забрала свои вещи. А похищенные или пропавшие без вести этого, как правило, не делают.
Предупреждая твой вопрос, скажу так. Я не знаю, почему они расстались. Могу только допустить, что однажды Детлов впал в безумие, и она увидела его другое обличье. Уверяю тебя, любой бы ужаснулся, хотя не каждый сумел бы убежать. Детлов не может примириться с тем, что она его бросила? Думаешь, это невозможно? Разве ты не знаешь людей, которые не сумели с этим справиться? А Детлов гораздо эмоциональнее людей. Она была для него не просто любовью, любовницей. Она стала членом его стаи. А стаю по собственной воле не покидают. Если она была для него так важна, почему он не искал ее? У вас, вампиров, есть свои способы. Думаю, для него это сущий пустяк. Геральт, как ты верно заметил, мы вампиры, а не чудотворцы. Он искал ее, ясное дело, много месяцев искал, но в конце концов сдался. А вот Реновет, скорее всего, узнала его достаточно хорошо, чтобы замести следы. Даже если тогда Реновет от него ушла, то в этот раз ее и правда кто-то похитил. Трудно с этим не согласиться. Еще труднее предвидеть, на что он пойдет, чтобы ее вернуть. Убивать он определенно готов. Ради Йеннифер ты бы сделал то же самое. Он убивает, потому что она для него важна, а эта кровь, эти люди, не имеют для него значения. Кажется, понимаю, он спасает девушку из своей стаи. Именно. Ладно, мы знаем, что его шантажируют, но по-прежнему не представляем, кто. Надо тут еще немного осмотреться. Иногда я думаю, что окончу жизнь, как такая вот игрушка. Инструментами недавно пользовались. В перерывах между убийствами Детлов чинит игрушки? Оставь свое злословие при себе, Геральт. Красивая мелодия. И правда. Не знаю почему, но она напоминает мне о доме. О том настоящем, до сопряжения сфер. Портрет женщины. Какой-то смазанный. Это Реноват? Не знаю. Я тебе говорил, что не знаком с ней. Кого-то она мне напоминает. Кого? Не знаю, но у меня впечатление, будто я ее раньше встречал. Ха. Смотри, карточки с фамилиями. Граф Криспи, граф Дюлак, Мильтон де Пейрак-Пейрен, граф де Лакруа. Это жертвы Детлофа. Только это не его почерк. Это присылает тот, кто написал письмо. Все они написаны одними чернилами. Видишь цвет? Здесь краситель киноварь. Редкий минерал. Встречается только... В Назаире. Но это немногое нам дает. Привезти чернила мог кто угодно. Верно. Но, возможно, стоит это запомнить. Смотри, тут пятно. От вина. Ничего необычного. Особенно в Баклере. Может быть. Но, пожалуй, это тоже стоит запомнить. Очень мне интересно, что это за шантажист. Ты о чем? Дружище, некто похитил возлюбленную вампира. Вынудил его убивать, хотя, как ты сам утверждаешь, он не убийца. Этот шантажист – настоящий мастер. Никто попало. Ты прав. И теперь я начинаю думать, а что если... Что если это один из вас? Вампир? Именно. Как
все запутанно. Это просто гипотеза. Не стоит к ней привязываться, пока не узнаем больше. Верно. Подведем итог, что у нас есть. Кто-то шантажирует Детлофа и присылает ему листки с именами очередных жертв. Имена написаны одними и теми же назаирскими чернилами. Не его рукой. Немного. Достаточно, чтобы признать Детлофа невиновным. Я бы так не сказал. И сомневаюсь, что княгиня с этим согласится. Я уверен, ты сможешь ее убедить. И потом... Что потом? Ну, не стесняйся, не стесняйся. Я же вижу, что ты готов меня втянуть в какую-то историю. Может, это довольно смелый план, но... Если бы мы нашли Реновет, мы бы лишили шантажистов их козырной карты. Вся эта идея... Может, стоит попробовать, но... Что с Детлофом? Я буду искать его девушку, он убьет очередную жертву? Не убьет. Я сумею его удержать. Я объясню, что ты друг и помогаешь нам. Я подожду здесь. Должен же он появиться. И он послушает? Да. Может, мне подождать с тобой? Нет. Он учует тебя за милю и просто не станет сюда заходить. Поверь мне, лучше я останусь тут один. Ладно, а я тем временем поговорю с княгиней. В таком случае мы будем ждать тебя здесь. Оба. У меня три дублета. Ни в одном не пойду. Ты слышал, что Верментина и Гранат складчину купили Бельга? Удвоили стражу. Прибыл Геральт из Ривии, мастер-ведьмак.
А я не ошибся. Ты приехал, и сразу начались неприятности. Отойди, у меня дело к княгине. Ну, наконец-то, ведьмак. А то мы уже теряем разум. Ты настиг убийцу Мельтона? Я нашел эту вашу баклерскую бестию, но не смог ее убить. Мы посылаем тебя за чудовищем, а ты возвращаешься ни с чем? Ты очень нас разочаровал. Все не так просто. Бестия – могущественный вампир. Это проблема для ведьмака? Каждый знает, что делать, чтобы одолеть вампира. Вымани его на солнечное место или повесь на него чеснок и вбей в сердце осиновый кол. С вампирами не сражаются чесноком. Солнце и коли тоже не причиняют им вреда. Такие методы помогают только в легендах. А крушина? Бабушка Адемарта учила нас, что вампиров отгоняет крушина. Лучше всего серебряный меч, но даже он только вспомогательное средство. Высшего вампира может убить только другой вампир. Отговорки. Ваша милость, я сейчас же соберу людей, и мы разом все закончим. Пусть только ведьмак скажет нам, где чудовище. Это работа для ведьмака, а не для твоих гвардейцев. Раз ведьмак не может с этим справиться, этим займутся мои люди. Я возьму лучших, 40 опытных бойцов. Ни один вампир с ними не сладит. 40, 50, хотя бы 100. Для него не будет никакой разницы. Ты не видел моих гвардейцев в деле? Они умеют сражаться с туманом, поразят цель, летящую быстрее ветра. Как? Что за существо способно на такое? Такие, как он, зовутся высшими вампирами. Каждый из них в чем-то особенный. Можно даже сказать, исключительный. Некоторые умеют превращаться в огромных нетопырей, другие повелевают животными. Ха! Это всего лишь безмозглые бестии. Ты ошибаешься. Низшими вампирами, такими как Альп или Экима, управляет инстинкт. Они бросаются на все, в чем почувствуют кровь. А высшие вампиры руководствуются разумом. Чудовище, которое руководствуется разумом. Интересно. И что ты с ним намерен делать? Это не просто чудовище. Это могущественное существо, которое живет на этом свете сотни лет. Ха, невозможно. Если они такие могущественные, отчего они нас не завоевали? Они неохотно вмешиваются в наши дела и обычно держатся в стороне. Люди их мало интересуют. Они не боятся, что в один прекрасный день мы вырежем их под корень? Ха, такое намерение они сочли бы скорее забавным. Они вполне осознают свои силы. Ну и что же мы можем сделать? У тебя есть план? Лучший способ поговорить с ним. Я больше не могу. Ее сиятельство призывает ведьмака, чтобы он убил чудовище. А тот собрался с ним разговаривать. Я знаю, что делаю. Его возлюбленную похитили, его шантажируют. Шантажируют? Будь любезен, объясни нам, как можно шантажировать вампира? У высших вампиров есть нечто общее с людьми. Ими управляют не инстинкты, а эмоции. Эти создания не только очень умны. Они проявляют эмоциональную вовлеченность. Даже любят. Этот влюбился в обычную женщину. И сделает все, чтобы ей не причинили вреда. Ты хочешь отпустить убийцу Мельтона с миром? Или снова ждать, пока он кого-нибудь убьет? Надо его как можно скорее обезвредить. Это моя главная цель. Предотвратить новые нападения. Вампир только часть проблемы. Шантажист виноват не меньше его. Это он похитил девушку и отдает приказы вампиру. И что ты предлагаешь делать? Найти шантажиста и освободить возлюбленную вампира. Тебя наняли покончить с ним, а не помогать ему.
Главное, чтобы никто больше не умер. Если девушка будет в безопасности, ему не придется убивать. Если подумать, может быть, ты и прав. Ты знаешь что-нибудь об этом шантажисте? Единственный след — несколько листков. На них шантажист писал для вампира имена следующих жертв. На одном осталась капля вина. Но это никудышная улика. Ты даже не подозреваешь, как сильно ты ошибаешься. Послать за княжеским сомелье! Ну же! Вино в Тусенте — это святыня. Тут не бывает просто винных пятен. Есть пятна от Эстеста, пятна от Эрвелюса, пятна от Фьорано. Ваша милость, вызывали? Ведьмак, покажи ему листки. Бенуа, распознаешь, от какого вина это пятно? Так-так. Скорее всего, западный берег Сансритура. Дозревало в бочке из баклерского дуба. Цвет бургундский, чистый. Все просто. Это Сангриаль 1269 года. Это совершенно невозможно. Это вино производит винодельня Кастель-Равелло. Исключительно для княжеского стола. Может, Сангриаль украли? Мы должны поехать на винодельню и все проверить. Сангриаль? Не слышал о таком. И не пил, скорее всего. Как я сказала, оно предназначено исключительно для княжеской семьи. Но как-то оно оказалось на этих листках. Разве что сомелье вашей милости ошибся. В вопросах вина Бенуа ошибиться не может. Если он говорит, что это Сангриаль, это Сангриаль. Мы должны поехать в Кастель-Равелло и узнать, что случилось. Ваша милость желает ехать со мной? Это исключено. Но ты же не думаешь, что мы будем сидеть здесь, сложа руки, когда наше княжество в опасности? Ваша милость, это слишком опасно. Пусть ведьмак едет один. Рада, что вы наконец-то согласились между собой хоть в чем-то. Но я уже все решила. Мы поедем, и нас будет сопровождать лучший эскорт. Ты и Геральт. Мы отправимся инкогнито. Мы не желаем, чтобы двор распускал сплетни на эту тему. На время этого предприятия я также освобождаю вас от ограничений дворцового этикета. Говоря кратко, с этой минуты мы на «ты». Так точно, ваша милость. Ведьмак, ты готов? Да, готов. Прекрасно. Подождите меня минутку, я только надену что-нибудь более подходящее. И мы сразу отправимся. Вампир, ты когда-нибудь уже встречался с такими? Да. И как все закончилось? Ты победил его? Я с ним не дрался, он никого не убил. А ты слышал, чтобы кто-нибудь победил такого вампира? Одному человеку удалось его победить, но не убить. Убить вампира может только другой вампир. Thank you.
Пантеры напали на карету. Нужно помочь этим людям. Ваша милость, держитесь сзади. Мы займемся. Изыди, бестия! На помощь! Помогите! Готово. Можно двигаться. Если бы не ему вы... очень повезло, что мы оказались. Спасибо. Вы спасли нам жизнь. Ура! Расскажи мне побольше об этой винодельне, Кастель Равелло. Она лучшая во всем Тусенте. Ею управляет старый мастер-винодел Фабрицо. Ты ему доверяешь? Он занимает эту должность многие годы. До сих пор с ним не было никаких хлопот. Как ты думаешь, откуда пятно Сангриаля на этой записке? Кто-то с винодельней шантажирует вампиров? Возможно, это кто-то из слуг. Или управляющий. Или вино просто украли. Выясним все на месте. Лотва, не так быстро! Тяжко на службе с пустым брюхом. Капитан де Латур, мы не ждали никого из столицы. Как там дела при дворе? Ты же слышал о бестии из Баклера. Так что у нас полно работы. Особенно учитывая, что в последний раз она напала во дворцовых садах. Ну, я надеюсь, с ее сиятельством ничего не случилось? Как мило, что ты спрашиваешь, мастер Фабрицио. Ваша милость! Нас не предупредили. Я сейчас же велю приготовить гостевой зал. Это не обязательно. Как видишь, мы прибыли не с официальным визитом. Разумеется. Могу ли я спросить, что в таком случае привело вас в Кастель Равелло? Мы приехали задать тебе несколько вопросов. В этих краях следует представиться, прежде чем задавать вопросы. Это Геральт из Ривии, ведьмак, который приехал в Тусент по моему личному приглашению. Это значит... Это значит, что мы желаем, чтобы ты относился к нему с надлежащим почтением. О, разумеется, ваша милость. Слышал, ведьмак? Фабрицио с радостью ответит на все твои вопросы. Мы хотим поговорить о Сангриале. К вашим услугам. Много людей на винодельне имеет доступ к Сангриалю? Можно сказать, только я. Но ведь сам ты вина не делаешь. Здесь работает человек 20, не меньше. Видно, не знаешь, как рождается вино. Виноград проходит долгий путь, прежде чем стать Сангриалем. Помощники работают с вином только до ферментации. Мацерацию я провожу лично и никого к чану с вином не допускаю. Мне также помогают при переливании вина в бочки. Но те, в которых созревает Сангриаль, я запечатываю лично, каждую. Затем вино должно отлежать свое в погребе, получить букет. И только тогда оно станет Сангриалем. Ключ же от погреба есть только у меня. Кто отвозит бочки с вином во дворец? У нас собственный гарнизон. Солдаты служат здесь много лет и отвечают за это вино головой. Вижу, с расспросами мы далеко не продвинемся. Мы только теряем время. Ваша милость, как прикажете это понимать? Мастер Фабрицио, у нас есть доказательства, что кто-то чужой раздобыл Сангриаль. А это означает, что есть две возможности. Или ты лжешь мне здесь прямо в глаза, или ты идиот, и у тебя украли вино, а ты даже не понял. В обоих случаях ты ответишь за это.
Но... Молчи и слушай. Я лично осмотрю бочки, а у тебя будет время подумать. Когда я вернусь, я буду ждать ответа. Напомни мне, где хранится Сангриаль? В главном погребе, тут, сразу же за углом. Я сейчас покажу. Я найду. А ты дашь мне ключ от погреба и подождешь здесь. Разумеется, ваша милость. Вот он. Пойдем, ведьмак. Мы тут немного подождем, мастер Фабрицио. А что, если сам Фабрицио шантажирует вампира? Об этом ты не думала? У него есть свои недостатки, но он бы никогда не отважился на подобное. Он очень верен и обязан мне всем, что у него есть. Его отец прогулял родовое имение. Единственное, что он оставил сыну, это свои исключительные знания о вине. Фабрицио жил в нищете, пока я не назначила его управляющим Кастель Равелло. Только тогда он встал на ноги. Так с чего начнем? Проверим, сходится ли количество бочек. Вот инвентарная книга. Ага, дневник винификации. Ферментация завершена без проблем, выпадение осадка. Есть! Розлив в бочке. Вроде все сходится. Документация велась очень старательно. Зайдем с другого конца. Бенуа говорил, что это пятнышко от вина 1269 года. Найдем его. Здесь хранится помина. Фьерано. Лютик от него без ума. Да. У него очень изысканный вкус. Эстест, пожалуй, все слышали об этом вине. Это лучшее вино в мире. Кастель Равелло им славится. Эрвелюс, мне нравится. Отличное сухое. Прекрасное вино. У тебя хороший вкус. Сангриаль, год 1270. Не тот год. Ищем дальше. Сангриаль. Это бочки 1268 года. Почти. Но год не совсем тот. Вот он, 1269 год. Что теперь? Проверим, нет ли пустых бочек. Ты хочешь их открывать? Достаточно их простучать. Если какая-нибудь издаст глухой звук, все и так станет ясно.
Полная. 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 И это полная. Полная. И это полная. Похоже, что все бочки полные. Это нас ни к чему не приведет. Полные? Если так, вопрос, сангриаль ли в них? Бери шпунт, молоток. Будем открывать и пробовать. Можем начинать. Готово. Отойди. И как? Слегка с дымком, очень сухой. Определенно сангриаль. Может, испортилась в процессе созревания? Невозможно! Это не вино. Это какие-то помои. Они не должны были попасть в бочку. Наверняка это произошло не случайно. Посмотрим, что Фабрицио скажет по этому поводу. Мастер Фабрицио, я очень в тебе разочарована. Но ведь ваша милость, я... Ты в шаге от эшафота. Говори правду, и, возможно, сохрани жизнь. Признаюсь, я продал бочку сангриаля. Умоляю, простите. Зачем ты это сделал? Не устоял! Так много предлагали, я дал себя уговорить. Ты мало получаешь от меня? Я хотел выкупить родовое имение. Тут моего ничего нет. У меня есть крыша над головой, есть пропитание. Ну, что же за дворянин без собственной земли? Я все скажу, только помилосердствуйте. Кому ты продал вино? Несколько недель назад в Фазанерии ко мне прицепился богатый дворянин. Он рассказывал, что служит дипломатом, что у него связи при дворе. Предложил провернуть дело. Несколько его клиентов обещали заоблачные суммы даже за капельку сангриаля. Он был посредником. Как он представился? Имени он не называл. Высокий, черноволосый, говорил с акцентом. Утверждал, что родом из Цинтры. При дворе нет цинтрийских дворян. Ты правда думал, что никто не узнает? Я был глуп, очень глуп. Умоляю, ваша милость, простите меня. Ну расскажи, как ты передавал вино. Мы встретились под покровом ночи на руинах крепости Астре. С ним пришло человек 20, все вооруженные, а с виду серьезные. Я им привез одну бочку. Они переложили ее на свою телегу, и мы разошлись в разные стороны. И все? Больше ты их не видел? Они... Несколько дней назад они прислали вестника. Сказали, нужна еще бочка вина. И
Я уже ее приготовил, собирался отправить. Этого хватит. Я уже знаю все, что нужно. Ваша милость, я молю вас о прощении. Прочь с глаз моих. Капитан, пусть твои люди сопроводят Фабрицио в подземелье. Он должен ответить за государственную измену. Что теперь, ведьмак? Ловушку им устроим. Этот центрийский дворянин может оказаться шантажистом. Я поеду со следующей бочкой, а Дамьен с солдатами будут меня прикрывать. Согласен с тобой. Так и сделаем. Дай знать, когда будешь готов. Ждать не стоит. Начнем. Мы поедем пораньше, займем позиции. А ты с повозкой присоединишься к нам позднее. Хорошо. Когда начнется обмен, ждите моего сигнала. Тихо. Подождем. А вот и винокур. Моего знака. Таков был план, но... Прекрасный выстрел. Хорошо, что ты среагировал. Всякое могло быть. К твоим услугам. Хороший был бой. Мы схватили одного мерзавца. Пойдем, поговорим с ним. Ведьмак, вот еще что. Я ошибался насчет тебя. Да, у тебя не было причины мне доверять. Но в этом есть и моя вина. Это правда, ты не самый приятный из людей. Во всяком случае, я вижу, что ты хочешь помочь. И ценю это. Пойдем к ее милости. Она ждет неподалеку. Почему я не удивлен, что она решила наблюдать за всем лично? Хозяйский глаз коня кормит, ведьмак. Вижу, и ты начинаешь это понимать. Приведите этого вашего пленного. Надо задать ему несколько вопросов.
капитан. Окажите честь. Кто вас послал? Зовут его Пес. И говорят, что он твою мать ебал. Еще раз. Кто вас послал? Твои бабы, любовник. Зовут... Подожди. Не хочет. Пусть не говорит. Он поможет нам иначе. Ведьмаку наверняка нужна приманка для бестии из Баклера. Это как же это? Разумеется, он мне пригодится. В таком случае он твой. Капитан, пусть твои люди найдут крепкую веревку, чтоб не порвалась, когда мы подвесим его на дереве. Веревку? Отличная выйдет приманка для чудовищ, если они почувствуют запах крови. Ну уж об этом я позабочусь. Что? Нет! Сука, нет! Остановите его! Не дергайся. Береги силы. Тебе предстоит долгая ночь. Нет! Остановите его! Я все скажу! Куда вы должны были отвезти эти бочки? Не знаю. Капитан, нам все-таки понадобится веревка. Правда, не знаю. Это Хорниц главный. Только он и знал, куда нам ехать. А теперь он мертвый лежит. Вот он. Первую бочку мы отвезли на портовый склад. А куда везти эту, я не знаю. Правда. Умоляю вас, поверьте мне. Кто тебя нанял? Он меня убьет. Я тебя должен больше беспокоить. Что за он? Ну быстро! Говори! Зовут Центриец. Я его никогда не видел, но знаю, что это он нанимал людей для дела. Так и говорили, мол, мы работаем на Центрийца. Больше не знаю, клянусь. Возьмите его и заприте в подземелье. Пускай ждет суда. Капитан, едем в город. Собери людей и поищи этого Центрийца. Наверняка его еще кто-то видел. Так точно, ваша милость. Как только я что-нибудь узнаю, я явлюсь во дворец. Я не возвращаюсь во дворец. Наша с ведьмаком миссия еще не окончена. Мы будем ждать тебя на посту возле порта. Отправляемся в город. Опаздывает. Спокойно, он придет. Мне вот что интересно, ведьмак. Как ты можешь быть так нечеловечески спокоен? Это побочный эффект мутаций. Ведьмаки редко нервничают. А вдруг с ним что-то случилось? Думаю, капитан сумеет о себе позаботиться. Может, и сумеет. Только этот Центриец — непростой головорез. Ему удалось выкрасть княжеское вино из-под носа у моих гвардейцев. Если бы не случайность, мы бы никогда об этом не узнали. И это он назначал жертв вампиру. Нужна отчаянная самоуверенность, чтобы шантажировать такое чудовище. Мы не знаем, стоит ли Центриец за похищением и шантажом. Он мог заниматься только кражей вина. Даже если так, он продавал вино шантажистам. Как по мне, это вполне делает его соучастником. Неважно, Центриец приказал совершить эти убийства или нет, мы должны его найти. Даже если это не его рук дело, он может знать имя шантажиста. Кроме того, есть еще один вопрос, столь же важный, как и то, кто заказал убийство. Зачем? Кто-то идет.
Что так долго? Ты должен был вернуться несколько часов назад. Центриец работает не один. Мы боремся не с ним, а с целой бандой. Он подослал к нам своих головорезов. У одного гвардейца сломана рука, у другого раздроблено колено. Он останется хромым. А за твою голову, ведьмак, он, кажется, назначил немалую награду. Не в первый раз на меня охотятся. Да уж. Могу представить. Мы проверили, кто снял портовый склад, куда раньше свозили вино. Нанимателем нищий. Подставное лицо. Мы нашли его и расспросили. Того, кто заплатил за аренду склада, он встретил, когда просил милостыню у Фазанерии. Там нам помог случай. Официантка вспомнила, что пролила вино на дворянина, который говорил с центрийским акцентом. И как он выглядел? Описание не слишком приметное. Красивый мужчина, с бородой. Это мог быть кто угодно. Но она вспомнила, кем была его спутница. Центриец встречался с Сесилией Беланте. С певицей? Я слышала о ней. Говорят, она очень талантлива. С ней самой. Мы сейчас же отправились к ней домой. Сесилии не было, но мы допросили ее прислугу. Горничная сказала, что Сесилия сегодня вечером встречается с центрийским дворянином. Она пригласила его на прием в Мандрагоре. Что еще за Мандрагоры? Клуб. Там собираются люди искусства. Художники, трубадуры и танцовщики. Никогда не слышал. Они создают вокруг Мандрагоры атмосферу ложи для избранных. То и дело устраивают приемы, на которые приглашают только богатых меценатов. Надевают карнавальные маски, а потом пьют и флиртуют. Если мы хотим его поймать, придется попасть на прием. Ведьмак, ты читаешь мои мысли. Я соберу людей, оцепим место встречи. Мышь не проскочит. Исключено. Если у центрийца есть люди по всему городу, он может узнать о засаде и снова улизнет от нас. Верно. Надо действовать осторожно. Лучше будет смешаться с толпой. Мы так и сделаем. Мы, ваша милость? Я и Геральт. Я пойду с ведьмаком. Ему пригодится моя помощь. Где состоится прием? Встреча Мандрагоры проходит в одном и том же месте. В резиденции в Верхнем городе. Это очень элитарный район. Геральт, надень что-нибудь соответствующее. Встречаемся в Верхнем городе в переулке Рыцари Наживы. Надо будет удвоить патрули. На всякий случай. Вот же наглая сволочь этот центрик. Но мы его достанем.